Welcome to Halloween Party. И здорово, варвары. Начнем с масел. Это обновление немного всего принесло, но есть то, что они спалили на тестовой ветке, новое дополнение платное, и масла, оружие, новые техники, в общем, все по порядку. Видите этого черта сзади? Он находится в библиотеке. У него, именно у него, мы за 5 осколков силы можем купить свиток, который помогает нам в изучении вот этих вот масел. Тайные масла, вот так оно и называется. Изучаем его и можем себе у алхимика это варить. Без всяких проблем. Шикарная штука. Теперь смотрите. Масло ошеломления. Помогает к оглушению рабов. Масло страдания. Повышает урон обычного оружия, по-моему, на 15. Масло щедрости. Это для тех, кто добывает ресурсы. Пробивание доспеха и последнее равновесие, меньше затрат выносливости. Честно, последнее, ну так убого сделано, я видел, как оно работает, говно. Так, теперь у нас есть эксклюзивный VIP Матио, прекрасный набор для укрепления, прекрасные броневые пластины, прекрасная деталь оружия, громоздкие пластины, что-то там еще скользкие. Короче, вы там прочитаете деталь фехтовальщика. Это типа улучшенного того, что уже есть. Их просто изучаешь и ставишь на себя. Так, с этим разобрались. Теперь дальше. С библиотеки я уходить не буду. Начнем, наверное, с копья. Это обычное копье. Его не добавляли. Я просто хочу показать, как оно теперь работает. Вот это левый удар. Вот это вся техника. Сверху, снизу, сначала в середину, потом снизу, потом сверху. Что-то он не прощелкивает у меня все, видите? Вот так оно выглядит. Это теперь левая атака копья. Теперь правая. По сути, сильно не изменилось. Но теперь механику боя вам, господа, придется все-таки поменять. Продолжим. Ввели двуручные топоры. Честно, выглядит, конечно, шикарно. Но по эффективности боя, например, в PvP, сомнительно. Левая атака. Правая атака. Вот, это, конечно, вертушка мне напомнила варвара из Диабло. Он тоже так вертухи раздавал. Хрен его знает, может что-то и получится слепить, но, честно говоря, ну, сомнительно. И ввели вот такие широкие, короткие мечи со щитами. Честно, может что-то и выйдет. Первая атака. Вторая атака. И чтобы вы понимали, так, блять, на каждом из мечей. Больше они вроде ничего не меняли, но мы с вами все равно проверим. Так, давайте вещь. Что мы возьмем? Давайте мы возьмем. А что у нас есть? Ну вот водоворот. Это будет у нас как тестовый режим по двуручному молоту. Меч крома я брать не буду, все равно все сожрет. Вот, безупречный двуручный меч. Нужен еще топор. А, булаву возьмем. Вот боевой топор. Мне хочется узнать механику. Поменяли они или нет. Первый удар. Ничего не изменилось. Второй удар. Ничего не изменилось. Хотя нет, подождите. Вниз, вниз. Нет, как-то поменяли немножко. Ладно, допустим, есть изменения. Первый удар. Ох, блядь, он что-то резкий стал какой-то. Хм, аж интересно. Ну, вторая атака до сих пор говно. Ладно, попробуем двуручный меч.
Я вам скажу, они стали быстрее. Ну, видать, фанкомовцы заметили, что ними, блядь, практически никто не пользуется. Ладно, погнали, вторая атака. Ну, вроде что-то изменилось. Бля, я не так часто ними пользовался, чтобы видеть разницу. Если кто-то заметил, скажите. И теперь булава. Мне кажется, оно все ускорилось, бля. Ну, вторая атака. А нет, тут я точно вижу, вот второй удар, видите? Он точно другой. Ладно, это интересно. Давайте дальше. Смотрите, таланты, оружие, все изучается, в принципе, здесь. Это не где-то надо изучать, где-то там, блядь, на краю ебеней, блядь, где-то там в какой-то пещере, блядь, под залупным камнем. Нет, это все остается у вас. Вы можете это все здесь найти. Вот железный короткий меч и так далее по списку до двуручников. Теперь, так, и сейчас покажу вам новую обнову. Это будет платная DLC, судя по всему. И как-то оно называется Кровопускатели. Ну, что-то вроде того. Смотрите, это у нас одноручки пошли. Меч Кровопускателя, булава, боевой топор и короткий меч. Ну, знаете, вот так на картинках оно выглядит, конечно, заебца. Как оно будет дальше, один бог его знает. Но надо уже купить его и посмотреть срочным образом. Так, перейдем к двуручкам. Так, что у нас тут есть? Ага, не, это не двуручки, это улучшенное. Меч кровопускателя. Сколько он будет? 45 урона у него. 49 у топора. Короткий меч 41. Сдвоенный короткий меч. Интересно, что это за херня. Изогнутый короткий меч. 41. Шипастый короткий меч. Короткий меч с крюком. Хуяся они напридумывали. А тут такого нет. Хм. Интересно. Так, теперь посмотрим щит кровопускателя. Но он походу один всего. И такой же должен быть улучшенный. Да, вот он. Вот он и есть. Посмотрим двуручки. Это что, аквилонская? Не то. Во. Так, молот кровопускателя, двуручный меч. Вон, судя по всему, у него там по центру идет кровь. Ну, красиво, короче. Пика. Но это базовая, народ, это базовая. Не смотрите сюда на этот урон. Огромный топор кровопускателя. Но пока выглядит хуево. По крайней мере, топор. Давайте посмотрим на улучшенное. Тут у нас... О, другое дело. Видите, уже и урон посимпатичней. Правда, у топора зазубренный огромный топор. Двуручный топор. Да. Как-то так. Огромный топор варвара. Огромный топор севера. Ядреть, это что, мне теперь с ними бегать, что ли? Ладно, что-то придумаю, какой-нибудь билд. Идем дальше. Что у нас дальше? Дальше ножи. Так. Где ты? Вот ты. Короткие кинжалы кровопускателя. Ну, в начальном уровне ни о чем. Автоком 41 урона. Ну, что я могу сказать такое себе. Лук. Где ты, лук? Вот. Лук кровопускателя. Тоже так себе. А этот? А, это металл. Не то тыкнул. 21, кстати, ничего так. Ничего. Так, с оружием мы закончили. Переходим к строительству. Естественно, они добавили это. Каменщик арены. О, должно быть, конечно, круто. Так, фундамент арены, стена арены. Интересно, чем фундамент арены от фундамент арены. Квадратный сегмент фундамента, квадратный сегмент фундамента. Хер его знает, чем они отличаются, но вот тут сверху можно заметить, что тут белое, тут серое. Если только этим, то такое.
потолок арены, два потолка. Дальше у нас идет дверная рама арены, потолок, две двери, два потолка из треугольника, два треугольных фундамента, каркас арены, колонна арены. Ага, даже так. Лестницы три, но выглядят, кстати, интересно. Может, что-то можно будет с этим замутить. Ага, во, стык. Стыки. Выглядят, конечно, интересно. Можно будет такие проекты подмутить. Тут все понятно. Ну и ворота. Ох, теперь, блин. На серверах будут делать, наверное, и арены с этого материала, и все остальное, но само собой. Так, переходим к доспехам. Ух, барракуда они красивые. Смотрите, маска ассасина. Нагрудник убийцы. Так, спасает от жары. Что дает, один бог знает. Ну, выглядит, конечно, красиво. О, головной убор шамана-медведя. Блин, выглядит тоже, кстати. Ну, это, я так понял, средний сет. Да, это все в базе дает только 27, но выглядит охренительно. О, варварский шлем, варварский нагрудник, варварские рукавицы. О, вот то, что доктор прописал. Так, давайте посмотрим, сколько оно дает в эпике. Где оно у нас там? Так. Тяжелая броня дает 200, я так понял, то 90, наверное. 160 шлем, 80 руки, ноги 200. И сапоги мне, блядь, не видно. Так, ну и маска ассасина 16, 28, 8, 28. Такое себе. А вот средний броник, мне очень интересно, на что он. Что он дает за плюшку. Может, выносливость там или живучесть. В общем, выпустят, будем посмотреть. Повторяю, это все сейчас на тестовой ветке. И показать так я не могу, потому что в продаже дополнения еще нет. Как только оно появится, я возьму его и, естественно, покажу. Так что... Все. На этом вроде все. Всем спасибо. Я съебал.